Добро пожаловать в столицу Швеции, Стокгольм. Этот город считается одной из красивейших столиц в мире. Стокгольм расположился на 14 островах, соединенных между собой 57 мостами. Шведы очень гордятся тем фактом, что их страна настолько экологически чиста, что воду у них можно пить из любого крана и даже фонтана. Собственно, для экономии так многие туристы и делают, то есть запасаются водой непосредственно в отелях и различных заведениях для того, чтобы сэкономить в будущем на ее покупке. Стокгольм на самом деле безумно красивый город. Приезжая сюда, появляется ощущение, что вы не хотите его покидать. Он попал на самом деле в топ-3 пока что тех стран, где я был и где я хотел бы остаться. А даже не знаю, какая страна заняла бы первое место в этом топе. Это Сингапур, Вена в Австрии и Стокгольм в Швеции. Поэтому теперь мне осталось определиться, куда я хочу переехать. А дальше дело за малым. По ценам здесь достаточно дорого, поэтому если вы зайдете в сувенирную лавку, вам нужно рассчитывать, что за магнитик вам придется отдать порядка 6 евро. От 4 до 6, скажем так, в зависимости от качества. Если зайдете куда-то в ресторан, то в принципе за одно блюдо можете отдать порядка 15-20 евро. Поэтому рассчитывайте свой бюджет заранее. Кстати, что тут же бросается в глаза Швеции, это красивые молодые люди, все одеты легально, все одеты элегантно, стильно и со вкусом. Второй момент – это велосипеды. Они здесь просто повсюду. Вокруг вы видите множество велосипедных дорожек и десятки, а то и сотни велосипедов припаркованы вдоль каждой улицы. В Швеции все настолько четко, что даже деревья здесь пострижены в форме параллелепипедов. Простите за качество, мы сейчас в музее Средневековья. Что интересно, что вход сюда абсолютно бесплатный, что меня крайне удивило. Вот так выглядел Стокгольм сотни лет назад. Этого музея, он достаточно компактный, то есть обойти его займет у вас порядка 20 минут, но это будет довольно познавательно. Этот шикарный музей находится прямо за спиной этого чувака, который показывает, какую здоровую рыбу он поймал. Ребята, шведы за гендерное равенство. Как видите, здесь дорогу переходят не только мужчины. Сейчас мы находимся у самого большого в Европе, действующего до наших дней по своему прямому назначению Королевского дворца. У
каждой королевской собственности, у королевского дворца стоят гвардейцы, и все непременно хотят с ними сфотографироваться. Интересный факт. В Стокгольме вы практически нигде не увидите штор на окнах. По одной из версий, в 17 веке был введен официальный запрет на шторы, чтобы можно было наблюдать, чем занимаются граждане. С тех пор это вошло в определенном смысле в моду. А это известное здание городской ратуши. Здесь проходят различного рода торжества. Обещаем вернуться. В идеале в этот город нужно приезжать хотя бы на несколько дней, а лучше на неделю, потому что посмотреть здесь есть на что. Ну что, со Швецией покончено. Далее следующая остановка Осло, Норвегия. Не забывайте ставить лайк, если вам понравилось видео, ставить дизлайк, если вам видео не понравилось, или в Швеции вы не собираетесь и вам это не интересно. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться в случае, если вы хотели бы увидеть, что же будет дальше. До скорого!